вдруг увидел лицо чудовища и прыгнул в шахту. А ты видел его лицо? Нет. Он стоял ко мне спиной. Черт, все на сварку. Теперь уже никаких шансов. А, господин полицейский. Дело дрянь. Оказывается, никто ничего не знает. Никто не видел алхимика. Возможно. Я упал в шахту не из-за того, что увидел под маской, а из-за того, что увидел в ней. Когда рабочие вытащили меня оттуда, я им сказал, надо, чтобы меня считали мертвым. Они меня спрятали, лечили. Вечером я вызвал Немье. Я сразу понял, что это ты убираешь свидетелей одного за другим. Ты здорово сыграл роль этого простачка Этьена.